Петр Порошенко заявил о создании морской пехоты в составе военно-морских сил Украины. Также он подписал указ о переименовании ВДВ в десантно-штурмовые войска. В среду, 23 мая, президент Украины Петр Порошенко заявил о создании морской пехоты в составе военно-морских сил страны. Он сказал: «В Николаевской области сегодня будет дан зеленый свет на создание новых войск морской пехоты Украины в составе военно-морских сил Украины». Кроме этого, он также сообщил о подписании закона о переименовании высокомобильных десантных войск ВДВ в десантно-штурмовые войска. «Я подписываю принятый Верховной Радой закон о внесении изменений в некоторые законы по вопросам обороны десантно-штурмовых войск и поздравляем наших боевых побратимов. Этот законодательный акт регулирует название этого славного рода войск десантно-штурмовые войска». Хочется напомнить, что ранее закон о переименовании ВДВ был принят Верховной Радой. Также в текущем году в стране был сформирован корпус морской пехоты. Также Петр Порошенко ранее объявил о смене украинских десантников голубых беретов на темно-бордовые. А день десантника, естественно, в стране перенесли со 2 августа на 21 ноября. Ну что ж, будем и дальше следить за развитием событий. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе последних новостей.